грани фундамента у нас. Ну да. Сегодня на поле дубки 348 гектар была провокация для того, чтобы создать напряженную ситуацию на поле. В чем она выражалась? В том, что граждане, которые не имеют никакого отношения к полянам протеста, которые не значатся в списках дубки 348 гектар, это Аппазова Фатима и Аблязов Ридван. Это люди, которые пришли сегодня и копали фундамент на этом участке. И вопреки договоренности с властями между общественной организацией СИБАТ и властями Крыма, о моратории временно пока не строить никакие сооружения, не ставить никакие фундаменты для того, чтобы было легче разрабатывать эти участки для скорейшего решения. И мы видим, что сегодня эти люди, они были заранее предупреждены, чтобы никаких работ не проводили. Но, вопреки всему, эти люди начали все-таки разрабатывать этот участок под фундамент, капитальное строение. Это люди, которые сюда, по их словам, они как бы числятся в группе Алимова Делавера. Это человек, которого сюда посадили со стороны Меджилиса, назначили старшим. Тоже человек, который никакого отношения не имеет к этой поляне протеста и который представляет интересы Меджилиса. И как бы эти люди, они относятся к этой группировке. И мы видим, что провокация налицо. И как бы мы будем принимать все меры для того, чтобы эту провокацию остановить, то есть остановить временное строительство капитальное, и мы будем этот фундамент закапывать сейчас. Дальний это Сережа Лопат. Общественной организацией СИБАТ и активом полян протеста и активистами поля 362 гектара дубки остановлена провокация. Вы видите, мы своими силами закопали этот фундамент и хотим обратиться к тем людям, которые хотят сыграть на политику на наших полях, которые хотят спровоцировать и затянуть вопрос решения и выдачи решений на этих полях, что всякую провокацию мы будем предотвращать своими силами и силами общественности. Поэтому я прошу не провоцировать ситуацию, а дождаться уже наконец-то решаемого вопроса, который на сегодня решается, и как бы дождаться в законном порядке получить свои решения. А его СИБАТ. Давай постоим полчаса. Может приедут? Это провокация, организована Рифатом Чубаровым и Джидетом Куркумеровым со своими альтернативными старшими, которые сегодня являются ихними людьми на этом массиве. Вся ответственность за те последствия, которые будут идти отсюда, будет ложиться на них. Гимиджи Сидамет, старший поляны протеста Дубки, старший всей акции.